Рекорд Бийска побит. Сильнейшие люди региона собрались в нашем городе. Они соревновались друг с другом в рамках открытого Кубка Алтайского края по жиму лежа и армлифтингу по версии Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Одному из участников удалось побить рекорд в дисциплине «Военный жим». У нас сегодня соревнования по четырем номинациям. Это «Военный жим», «Народный жим» и «Армлифтинг». У «Армлифтинга» две позиции – «Русская рулетка» и «Русская ось». Около 60 силачей вышли на помост. За медали боролись как новички, так и опытные спортсмены. Один из самых титулованных – новосибирец Александр Абрамов, мастер спорта международного класса. Он стал победителем в своей категории. Но все же большая часть медалей осталась у бийчан. Кроме этого, спортсмен из нашего города Евгений Родионов установил новый рекорд Бийска в военном жиме. Ему покорился вес в 172,5 килограмма. Это почти вдвое больше, чем вес самого спортсмена.